На легендарном полотне Василия Владимировича Пукерева представлен сюжет, появившийся в русской живописи значительно позднее, чем в европейской. Брачный союз богатого престарелого сластолюбца и юной красавицы. Есть версия, что в основе картины лежит история несчастной любви другого художника, Сергея Михайловича Варенцова. Его возлюбленную родители выдали замуж за состоятельного фабриканта, а молодой человек был вынужден присутствовать на свадьбе в качестве шафера. Художник изобразил из себя свидетелем и участником происходящего. Для русского искусства того времени это было неожиданно. Разница в возрасте реальных жениха и невесты составляла 13 лет. Пукерев в угоду творческому замыслу изобразил в качестве будущего супруга дряхлеющего старика, а его избранницу сделал практически ребенком. Этот контраст усиливается белизной свадебного наряда, который своей живостью и воздушностью сильно диссонирует с застывшей позой жениха и жесткой ризой священника. На шее у жениха висит крест ордена Святого Владимира второй степени, а на груди соответствующая награде звезда. Венок и корсаж платья невесты украшает флендоранж, цветы померанцевого дерева. О противоестественности совершающегося обряда говорит пусть и теплый, но очень мрачный колорит картины. Даже по золоту на царских вратах выглядит тусклый, а еле заметные темные лики святых – пугающими. Композиция полотна построена по классическим законам. Три главных героя в центре, выделены светом и образуют группу в виде пирамиды. Необычность заключается в том, что фигуры изображены почти натуральной величиной и сдвинуты к краю холста, благодаря чему зритель оказывается участником событий.